И московский краб убил камчатских, да, очень хорошая тема, вернее, очень страшная тема. На Камчатке, как вы понимаете, в Тихий океан вылилось какое-то говно, причем очень едкое говно. Серферы пожгли себе глаза, получили ожоги, они, причем кожи получили, они, как вы понимаете, в гидрокостюмах. Вот. И погибло огромное количество морских животных. Все они были вынесены штормом на берег. Ну, не все, конечно. Я думаю, что большая часть легла на дно, потому что на берег не может вынести все. Вот. И берег почистили сразу, приехали, ну не сразу, приехали трактора. И вот сейчас выясняют, что же это такое. Там невдалеке есть хранилище ракетного горючего, ракетного топлива. А может быть, это ракетное топливо вылилось. Вполне я допускаю. Но тогда серферы, наверное, сгорели бы совсем. Также есть вот под вулканом Козельский как раз реки так там устроены, что вытекают как раз вот из реки, как она, Налычева река называется. Гринпис определили, что из этой реки все это вытекло, а в нее впадает река Мутнушка, а в этой реке еще в 6-м году, вот я нашел в интернете сведения, что еще в 6-м году отмечали повышенный уровень яда химикатов, в том числе и мышьяка. Хранится там 20 тонн мышьяка, вы понимаете, то есть если тонна даже улетит в Тихий океан, это кирдык этому Тихому океану, ну, по крайней мере, всей его западной части, то есть той, которая прилегает к территории России. Да, если 20 тонн, я не знаю вообще, что там будет. И вот там какие-то страшные ядохимикаты хранятся. Я вот вам прям прочитаю. В пробах воды обнаружены ядохимикаты 6-й год. Отдельные пробы почв показывают наличие тяжелых металлов пестицидов. Ядохимикаты попадают в подземные воды. Их наличие фиксируется ниже по родникам от места захоронения. Полигон с ядохимикатами был образован 79-81. Проблема в том, что по каким-то причинам полигон был образован не в том месте, где планировался, а в совершенно непригодном для таких дел левом берегу реки Мутножка. Мутножка, а я Мутнушка сказал. Вот. И так далее. Ну, в общем, страшные дела. Все эти ядохимикаты давно должны были быть уничтожены или утилизированы, но никто не пошевелился. То есть это должно было быть сделано в 2006 году, уже заявляли, что все сроки прошли давным-давно. То есть все сочится, все выливается, ну и видите, еще и ракетное топливо недалече. Так что очень жутко. Топливо это очень едкое, резину ест в легкую. Жуть. На заливе Миномата. Да, ну на городе Миномата, собственно, и на реке с аналогичным названием. Там в 50-е годы начали замечать вначале странное поведение животных. Там у кошек ноги разъезжались, потом у людей стали, потом люди помирать начали. А потом оказалось, что рядом химический завод сбрасывал всякую гадость, и морские гады эту гадость жрали. Ну, они жили в этой среде, а люди жрали этих морских гадов, да, по-другому не назовешь. И в результате, ну, японцы пишут, что 2600 человек заболело этой страшной, в общем-то, болезнью, то есть фактически изуродовались люди. Ну, на самом деле, наверняка больше. И вот сейчас представляете, что будет после того, как вот это вот все скинули туда. Сейчас все это легло на дно, никто ничего чистить не будет. Да, фауна там, флора постепенно восстановится и все это сожрет. А потом это выловят и начнут продавать по всем городам России. Потому что никто же не будет покупать, китайцы не дураки. Они сейчас всю фишку просекут, они в основном покупают морепродукты из России.
Да, в Китай все идет. Да, не в Россию, конечно. В Китай. Кормит Россию Китай в данном случае. Вот. А Китай откажется, конечно, и будут продавать в Россию. Все обрадуются, какое большое количество камчатских крабов появилось, да, какое их не видели никогда. Так что, видите, московский краб, он очень с камчатскими жутко разобрался. Обратите внимание, Путин, я говорю, жесточайший бедоносец, но он ничего не хочет менять. Помимо того, что он просто каким-то мистическим образом несет беды России, он еще и несет всей своей деятельностью страшные беды. Посмотрите, сейчас Норильск отравили, да, теперь Камчатку, что завтра будет? Озеро Байкал, да очень можно легко прогнозировать. Волгу, озеро Байкал и так далее. То есть, ну... Москву-то все время травят, да. Даже Москву травят.